А я потом, ты понимаешь, я знаешь, как занималась? У меня под 200 давление поднялось. Я таблеток проглотала, скорболола. Но потому что, пипец, они трубки, Кристина звонила, трубки кидали, а у меня народ товар под 200 тысяч. Я не могу даже все бросить и разбираться. Да? Я была бы неправильно приняла, что у меня поставщик приехал. Я же что сегодня принимаешь? Я врача. Я бы тебе не подал. Ну, короче, я вот два для свой пацан пришел, да, там поменял. А это же с деньгами работа. Вот они приходят, да, вот порой, родственники, они понимают, что я работаю с деньгами, да, ведь? Ладно. Вот. И Кристина, да, и Кристина такая говорит. Вот, мама, она ведь теперь не будет магазин, так я посмотрю, а я ничего не потеряю, ради бога. Да, не да, я потом, я все проанализировала, вечером звоню Кристине, она трубку взяла, это дочь. Я говорю, давай начнем с того. Во-первых, я по-любому сделаю так, чтобы ты ничего не говорила, это однозначно. Это раз. Во-вторых, ты делай группу, и мне тут, чтобы не было, чтобы у нас дорога не была. Ой, радуйся, бегай, прыгай, ходи в церковь, подавай свечки, детям подавай эти, не знаю, чтобы у нас дорога не была. Да, ну как бы найди себе увлечение, ты знаешь, что ты пожилой человек, не ходи, ты не думай о том, что мое жизнь. Начнем с того. Оль, мое мнение авторитетно, что ли? Скажи мне, что вы так зацепилось у моего? Я не знаю, что это.
у тебя там просто... Конечно, я тебя очень понимаю. Да, да, да. Там площадь,
Вообще, если так нормально, тогда это неплохой может быть, потому что это все-таки часы. Я не брал, но ты можешь мне не понравиться. Я не люблю такое. Я люблю, что он был пластами такой супер. А он длиннистый и слова. Yeah.
чем они не могли. И тем не менее, я же уходила к своей матери, оставила ребенка там, когда он маленький. Первое время я там сидела, носила. Ну, было, видимо, было. Смотрели на них, родители. Женя. Да, да. Yeah.
Ну, нет, я сейчас иду, но все нормально. Завет мне дано попало еще.